Итак, добро пожаловать на новый урок. Мы продолжаем с вами доделывать наш персонаж. Смотрите, вот если мы посмотрим более повнимательно, то вот здесь в области живота и спины наш персонаж смотрится немного квадратно. Давайте мы это исправим. Выберем инструмент смещения, уменьшим у него радиус. Так, наверное, 50 все-таки. И поставив камеру по диагонали, немножко придавим данную область кнутри. То есть вот смотрите, инструмент скульптинга смещения я ставлю по диагонали косо по отношению вот к животу и к бедру. Все, давайте немножко придавим. Так, стоп, это чересчур. Чуть-чуть. Вот так вот, очень хорошо. И то же самое сделаем со спины. Со спины это будет по задней подмышечной линии. Немножечко вот так вот. Чуть-чуть буквально. Все, отлично. Давайте отключим Subdivision Surface. Выберем ребра. Опять отцентрируем центральный цикл ребер. Вот этот вот. И еще раз просмотрим, все ли у нас нормально. Почему? Потому что сегодня у нас с вами, можно сказать, финал моделирования персонажа в программе Cinema 4D. Именно персонаж мы с вами доделали. Так. Как мы и говорили, нам единственное только надо сделать хвост. Так, сзади все нормально. Все линии, смотрим, у нас идут плавно. Таких никаких косячков больше нету. Давайте еще раз включим Subdivision Surface. Отключим режим полигонов. Перейдем в работу со всем объектом. Посмотрим. Да, все здорово. На этом этапе давайте сделаем лису скрытой. Создадим сферу. Сейчас мы с вами будем моделировать хвост. Режим у нее выберем опять-таки гексаэдр. Количество сегментов сделаем 6. Давайте включим представление гура линии. Смотрите, когда мы выбираем у сферы 6 сегментов в режиме гексаэдр, то количество точек по периметру, то есть не по периметру, а по радиусу, вот здесь вот, становится 8. Как раз то, что нам сейчас нужно. Давайте переведем сферу в редактируемый объект. Перейдем в вид сбоку. И сначала немножко отмасштабируем ее. И поставим примерно на кончик хвоста. Еще немного уменьшим масштаб. Отлично. Выбираем режим работы с полигонами. Инструмент выделения. И удаляем верхние полигоны. Так, почему-то у меня не выбрались передние, боковые вот эти вот. Давайте я их вручную добавлю. Удаляем и не забываем произвести оптимизацию. Снова переходим в вид сбоку.
Выбираем весь объект. Масштабируем. Чуть-чуть поменьше. Вот так вот. И сдвигаем на кончик хвоста. Переходим в режим работы с точками. Выбираем кисточку. Выбираем режим мазать. Интенсивность 100%. Так, радиус давайте чуть-чуть увеличим. И подгоняем примерно под форму хвоста сначала. Вот так вот. Очень хорошо. Переходим в режим работы с ребрами. Выделяем верхние ребра. И методом вытягивания тащим их кверху. Так, вот здесь нам надо будет остановиться. Давайте отмасштабируем по оси Y, выставив на 0. И уменьшим общий радиус. Давайте посмотрим, как все смотрится в перспективе. Сделаем немножко равномерно. Очень хорошо. Вернемся к виду сбоку. И вот здесь нам надо будет потихоньку начать разворачивать полигоны, то есть ребра таким образом, чтобы сделать маленький кончик хвоста. И причем, чтобы он был согнутым состоянием. Что я делаю? Я выбираю по очереди инструменты смещения, вращения и масштабирования. Вот так вот. Уменьшаем масштаб. Чем ближе к кончику, тем полигоны, скажем, можно делать более плотнее. Так, разворачиваем, масштабируем. Очень хорошо. С зажатым контролом вытаскиваем. Вращаем. Еще так, отмасштабируем. Наверное, это будет последний. Именно у верхней части. И отмасштабируем. Так. Еще немного сразу же развернем. Хорошо. Будем дорезать полигоны внизу. Выбираем нож. У него ставим режим цикл. И снова режем пополам. Сразу же выделяем созданный цикл ребер и масштабируем. Снимаем выделение, снова берем нож, разрезаем и масштабируем. Отлично. Давайте перейдем в перспективу, чтобы нам было лучше видно. Так, 50%. Отлично. Давайте еще разрежем полигоны пополам. С одной стороны, здесь нам не надо делать тоже слишком крупные полигоны. Сетка должна быть поплотнее. Почему? Потому что в большинстве случаев при анимации хвост у нас будет являться
динамическим объектом, то есть он будет анимироваться вручную по типу веревочки. Мы это с вами настроим. То есть когда он будет двигаться по инерции с персонажем. А чтобы это проходило более адекватно, количество полигонов, скажем так, тоже должно быть достаточно. Ну что ж, по-моему, неплохо. Возьмем инструмент смещения. Чуть-чуть увеличим радиус. Может быть, вот здесь вот его... немножко вот так сузить. Не надо его делать прям таким уж симметричным. Можно даже, да, чуть-чуть примять, наверное, местами. Что ж, очень хорошо. Давайте включим лису. Так, отключим представление гура линии. Посмотрим, что мы имеем. Так, нам надо хвостик поднять чуть-чуть повыше. Сейчас мы это сделаем. То есть у нас примерно будет вот так вот. Вот на этом этапе я предлагаю вам сохранить отдельно данный проект. Давайте его сохраним как, значит, файл сохранить как проект версия v-0. Почему? Потому что если вы потом захотите делать какие-то дополнительные изменения, вы всегда можете вернуться к нему и продолжить или исправить моделирование. Что ж, теперь после того, как мы сохранили, давайте сделаем следующее. Объект симметрия преобразуем в единый объект. Но за исключением сапоги и кисти я пока добавлять не буду. Вот я выбираю объект лиса. Выбираю симметрию и перевожу ее в редактируемый объект. Вытащу лису из нулевого объекта. Ноль объект удалю, он мне больше не нужен. И теперь смотрим. Лиса у меня стала единым объектом. Очень хорошо. Теперь давайте выберем объект сферу. Для начала сделаем ее, наверное, невидимой, сейчас, чтобы она не мешала. Выберем лису. Перейдем в режим редактирования полигонов. Отключим Subdivision Surface. Выберем вот эти вот 4 полигона в районе копчика. И удалим их. Нажмем «Оптимизировать». Перейдем в режим редактирования точек. Выберем кисточку. Уменьшим радиус. Режим сгладить. Интенсивность 15%. И произведем вот здесь вот сглаживание. Так вот. Но, наверное, лучше сильно не злоупотреблять. Так, сделаем видимым хвостик. Так. Теперь давайте сделаем следующее.
Так, отодвинем пока хвост назад, чтобы он нам не мешал. А сделаем следующее. Берем лису, выбираем режим ребер, выделяем вот эти вот внутренние ребра. И сделаем масштабирование вовнутрь зажатым контролом. Вот так вот. Очень хорошо. Сейчас мы с вами это все еще подправим. Ничего страшного. Так, теперь придвинем хвост поближе. То есть, я думаю, вы уже догадались, что мы с вами делаем. Мы сейчас объединим эти два объекта в один. Так, чуть-чуть надо его опустить пониже. Чуть-чуть буквально. Все хорошо. Так, давайте вытащим лису отдельно. Вытащим объект сферу, это у нас хвост. И произведем их соединение. Выбираем лису, выбираем сферу, нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем команду «Объединить объекты» и «Удалить». Очень хорошо. Переходим в режим редактирования ребер. Здесь у нас внутренние ребра уже выбраны. Очень хорошо. Выбираем ребра у хвоста. И выбираем инструмент сшивания. Таким образом, мы с вами сшили оба объекта. Теперь для того, чтобы переход был более мягким, давайте снимем выделение. Возьмем инструмент нож. И сделаем вот здесь, вот, наверное, несколько циклических разрезов. Чтобы это смотрелось помягче. Я, наверное, не буду скупиться и сделаю вот в этой области полигоны помельче. Ничего страшного, что будет резкий переход, но именно эта область будет анимироваться как можно мягче. Так, очень хорошо. Выбираем режим редактирования точек. Выбираем кисточку. И производим сглаживание. Ну что ж, очень хорошо. Теперь давайте сначала перейдем в раскладку стандартная. Да я же говорю, некоторые манипуляции мне там удобнее делать. Я удалил материал с лисы и снова кину его, чтобы теперь и хвост, и лиса у меня были одного цвета. Очень хорошо. Лису закинем под Subdivision Surface. Включим его. Добавим временно еще один инструмент Subdivision Surface. И добавим пока временно еще один инструмент симметрии. И сюда под симметрию добавим сапог. И добавим кисть. Очень хорошо. Итак, наш с вами персонаж замоделен. И на этом часть, посвященная моделированию именно персонажа, закончена. Моделирование одежды мы с вами будем рассматривать уже отдельно. С вами был Александр. И на встрече в следующем уроке. Всем пока!